Семье Минибаевых волноваться не стоит. Плановая проверка газового оборудования показала, что все соответствует технике безопасности. К кранам обеспечен беспрепятственный доступ, дымоход и вентиляционные каналы регулярно прочищаются. Нам показали, как прочистить. Открыли. Открыли там маленькая сеточка. И сеточку с моющим для посуды помыли и... Все в порядке. Все жалоб в порядке. Нет никаких, да, у вас? Нет. Часто проверяют, жалоб нет. Куда меньше повезло жителям дома по улице Гвардейской. Из-за неправильной эксплуатации газового оборудования в одной квартире без снабжения здесь оставили половину подъезда. Глушаю стояк, газовый стояк. Выявлено нарушение газового оборудования в одной из квартир. Жители обязали в кратчайшие сроки устранить все нарушения. До этого момента готовить ужин придется либо на электроплитах, либо у более ответственных и добросовестных соседей. Все зависит от характера нарушения. Есть нарушения, как я уже говорил, по 77 пункту 460 постановления, которые требуют незамедлительного отключения работы. В этом случае такие нарушения, как отсутствие нарушения тяги, утечка газа, аварийное состояние газоиспользующего оборудования, при этом незамедлительно производится отключение. При случаях, если отключение не требуется, выписывается предписание, направляется информация в управляющую компанию, соответственно, для принятия мер, и в государственную жилищную инспекцию. Отсутствие тяги в дымоходах, неправильная эксплуатация вытяжек, использование газа без приточной вентиляции – все это приводит к непоправимым последствиям, отравлениям и даже летальным исходам. Уже с начала этого года на территории областного центра было зафиксировано 6 случаев отравления угарным газом. Чтобы подобное не повторялось, еще до начала работ кухню необходимо проветривать в течение 3-5 минут. Перед розжигом газовых колонок нужно проверить тягу. Если она отсутствует, тут же отключить оборудование и вызвать сотрудников аварийной газовой службы. А вот закрывать глаза на неисправности и надеяться на авось не стоит. Это может навредить не только здоровью собственников жилого помещения, но и соседям. Еженедельно в департаменте городского хозяйства первым заместителем главы городского округа Василенко проводится совещание на данном. Разбирается каждый случай детально для того, чтобы впоследствии таких случаев больше не допускать. Для того, чтобы газовое оборудование работало исправно, нужно регулярно проводить профилактические осмотры и не препятствовать доступу специалистов в квартиры. Если жители не впускают проверяющих, это может свидетельствовать о том, что они либо скрывают факт нарушений, либо выданные ранее предписания не устранены. И, как правило, знают о том, что могут быть оштрафованы и отключены от газоснабжения. Коварство угарного газа в том, что его утечку сложно обнаружить. Он не имеет ни цвета, ни запаха. При малейшем подозрении на отравление необходимо открыть окна, выйти из квартиры, вызвать скорую помощь и газовиков. Звонить нужно по номерам 04, 104 или 112. Ольга Павлова, Василий Кулдашов. События.